Доброе утро, мои дорогие. Вы уж извините, вчера такое видео у меня получилось грустно. Ну а что, обстоятельства такие были, но... Вот тоже не знаю сегодня, как будет с электричеством. Но вот пока с утра занялась делом, вот сегодня ковыряюсь в янтаре. И вот что хочу вам сказать. Вот за много лет какого я только янтаря не видела. До сих пор вот в голове не укладывается. И вот такой вот это мне прислала моя дорогая. И вот такой вот. Тоже мне присылали. По-моему, Лена Баттл мне присылала. Ну, вот такой вот я сама покупала. И какого только я не видела. И зеленого с зеленью, господи, и белого. Ой, какое же разнообразие у этого янтаря, а? Боже ж ты мой. Вот, а почему я ковыряюсь в янтаре? Потому что я сегодня буду делать вот такое вот украшение. Это будет чокер. Я сюда добавлю цепочки между. Ну, я делала что-то уже наподобие такого. Но вот тут получается с такими крупными кусками. Вот тут будут цепочки, на них будут висеть маленькие камушки. Ну, хотя янтарь это не камень, конечно. Вот, ну, маленькие, скажем так, кусочки. Вот, я думаю, что должно получиться красиво. Так что ждем, что получится. Погода кошмарная. Завтра обещают снег, но при плюсовой температуре это будет только еще лишняя грязь. Ой, эти походы в аптеку нескончаемые. Смотрите, какие молодые листочки. Живешь только успеваешь по аптекам ходить. А я приехала, у меня у кота еда кончается. Таблетки. Но моего аллапенина нету. Ты что, шлепать через Черноморск в другую аптеку? Ну ладно, пока зайду вон в Икею, посмотрю, что там новенького. Да краску мне надо купить. Ну такую из баллончика. Ну что, зашла в Икею, 800 рублей оставила. Довольно иду дальше. Вот и снег пошел. Каким-то зарядом прилетел. Сыпануло и все, и прошло. 50 рублей, да? Ну как, ничего, я съездила в магазин. Кошмар какой-то. Это просто вот. Поехала коту купить поесть. Бумаги туалетной. Что-то я еще... А, и сигарет. Вот, пожалуйста, блин. Толик ржал надо мной. Тащил мне сумки, укладывал в машину. Ну ладно, я вам сейчас покажу, что я купила. Ну, не продукты, понятное дело. Вот так. Смех и грех с нами. Вот купила гель вот этот, на самом деле, это Мариша, мне подруга моя, посоветовала. Отмывает все. Даже вот эти вот металлические части, ну, господи, краны всякие. Все. Ванны, унитазы, плитку,
в общем, все что угодно. Но в Питере я покупала за 85 рублей. Здесь, видите, почти 130 в Крыму. Почему? Непонятно. Так, купила вот две вот таких полочки пластиковых. Ну, это у нас вот, которые Икея привозит. А, ну, вот, видите. Ну, понятно, что, опять же, в России дешевле. Тут пока привезут дороже. Не, ну это мне нужны, у меня же всякие баночки, коробочки. Вот видите, я из своего дома притащила вот это вот все. И вот вместо обуви у меня тут коробки. Ну вообще некуда все девать. Под одеждой вот наложено. Краску купила золотую и медную. Выбор небольшой, конечно. Краски, поэтому особенно не разгуляешься. Так, купила сковородку икеевскую. Недорогую совсем. Ну, 300 рублей она у нас тут стоит. У меня большие есть, но мне-то большая ни к чему. Ну, а моя вот была тоже такая небольшая уже. Превратилась черти во что. И купила я вот такую... штучку. Так, вот такого цвета. Вот такая вот штучка подвешивается. Но я-то вообще ее купила, конечно, не как подсвечник. Сейчас покажу вам. Коту. Мальчик хорошо кушает. Что делать-то? Так он такой... Как вот назвать-то его? Засранец такой. Он привык и больше ничего есть не желает. Пыталась варить кашу и смешивать, ну, с этой едой. Не-а. Орёт, ходит и все. Не хочет с кашей вместе есть. Ой, какая прелесть. Мандаринки с листочками. Ну, прелесть. Не устояла, купила хамсу. Ну, а что в конце концов? Ни соленого, ни сладкого, ничего нельзя. Сейчас сварю картошечки немножко, потому что картошку тоже нельзя. Ну, иногда-то, ну, надо хоть праздник себе устраивать. Ну, сколько можно есть одни овощи, не пойми чего. В общем, я сегодня купила свининки немножко, хамсы, картошечки прям взяла 6 штучек. Чтобы сильно, знаете, не это. Ой, у меня прям слюни, как у собаки, потекли. Правда, стекло-то ручной работы. Вот такая приятная штучка. Что, мои дорогие? Вон, видите, как деревья качаются? А у нас сегодня штормовое предупреждение. Оказывается. Это мне Толик сказал. Значит, что-то будет. Что-то будет, и, скорее всего, опять свет вырубят. Господи. Ой, надо мне сходить в другой дом, забрать там свечки, потому что тут у меня кусочек остался только. Ой. Ой, не знаю, кому нравится вот такая зима. С таким ветрищем. Дождем, да дождь со снегом. Ой, какой кошмар. На улице ветрище, дождь со снегом. А дома тепло. Лишь бы свет не выключили. Ой, Господи. Вот. Это вчера днем, пока был свет, я приклеила на агату вот эту бабочку. Вот, и буду, сутки пролежала, и буду теперь
украшения делать. А вот это вот я в Москве покупала. Ну, я ж такая торопыга. Я думала, это брошка, а это оказалось пин такой, ну, на гвоздике, да, с застежечкой. Ну, и, конечно, я ж пыталась этот пин согнуть, сделать из него колечко, но это оказался не металл. Он просто раскрошился весь. Вот. А сама-то, конечно, муха-то хорошенная. Прям хорошая, нравится мне. Ну и что, я, недолго думая, взяла вот кусок флюорита. Ну, это не кусок, это был браслет когда-то с двумя отверстиями. Он практически фиолетовый весь. Вот, так что... И буду делать с аметистом украшения из него. Вот. А это будет браслет призрак оперы, куда я ее засунула. Надо теперь найти. Вот, тоже все. Посадила, все сделаем. Вот сделала я два шарфа. Ну, покажу потом вам. Заняться, сделать это украшение. А меня прям, вот знаете, прям ветер поднялся. Думаю, сейчас свет вырубят опять. Сейчас только начнешь вот это мелкое с цепочками ковыряться. Ну, сейчас посмотрю. Если все нормально будет, начну делать. Слышите, шум какой? Занавеска из бусин у меня качается. Ну что, мои дорогие? Вот и вечер наступил. Что-то день пролетел, я и заметить не успела. Все шумит, гудит. У меня тут коты шарахаются. Слышите? Звуки издают. Ладно, мои дорогие. Давайте. Пусть все у вас будет хорошо. Пусть будет хороший вечер, спокойная ночь. Пусть ничего у нас не болит у всех. Ладно? Не грустите. Понятно, что жизнь такая, только одна нервотрепка. Ну, что делать? Жить надо как-то. Будем держаться. Держите хвост пистолетом. Ладно? Мои золотые, я вас обнимаю, целую. Давайте. До завтра. Пока-пока. Пойду в дом. Холодно.